И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на Genesis 2. И хотелось бы сразу сказать про одну вещь. Так, ну, во-первых, да, домик делается, здесь просто законсервировал. Здесь у меня появилась печь, генератор, все дела, в общем, куча металла переработалась. И я уже готов сделать гриндер. Вот. Вот, куча металла, и я уже готов сделать переработчик, только мне нужна цементная паста. И в это все, что я здесь налутал, уже смогу переработать и добыть кучу ресурсов. То есть я надеюсь, что гриндер отобьется сразу же. Во-вторых, хотел рассказать, точнее исправить то, что я сказал в прошлый раз. А точнее в прошлом видео. Так, не туда. Насчет того, что пройти нельзя. Не, пройти можно. Это называется тот самый момент, когда ты не прошел проверку от дурака, защиту от дурака. Там стекло, а вот здесь щит. И вот когда ты летишь, то есть я специально зашел сюда, в этот момент, когда здесь ничего не было, ты летишь и типа здесь ничего нету. Но при этом всякие диносы здесь есть. То есть они точно так же тусили. А потом, когда прошел момент, эти острова просто-напросто появились, и все. То есть они как бы прилетели сюда. И это было прикольно. Ну а сейчас пойдем по миссиям. Только я здесь немножко подлутаюсь и пойдем миссию проходить. Будем их, чтобы не все в ряд подряд, а по миссиям. И я объясню почему. А теперь объясняю, для чего нужны миссии. Как видите, у меня пройдено 12 миссий 22, чтобы притомить страйдера 68. Но миссии я не проходил. То ли баг, то ли что, то ли настройки. Ну, в общем, у меня эти миссии пройдены. И для того, чтобы притомить нормального страйдера, нужно пройти немало количество миссий. Но, чтобы притомить страйдера мелкого левела, нужно всего 3 мутагеля. И по идее, ну не знаю сколько точно на самом деле, но я думаю 3 миссии типа будет вполне достаточно. Поэтому пройти миссию гамма, бета, альфа, и можно будет притомить уже страйдера. О том, как я разбирался в этом, какой мне конкретно нужен, это, конечно, отдельная история, но это будет уже тогда, когда будем его томить. Ну а сейчас будем проходить миссии. Как я уже сказал, миссии будем проходить по очереди, так как у меня они вот есть какие-то пройденные, поэтому будем проходить по очереди. Гонки, ну, возможно, мне это чем-то и поможет. Пролетите через полосу воздушных препятствий, чтобы получить контроль над корабельной системой восстановления ресурсов. Совершайте трюки для получения дополнительного времени. Я понял. О. Выходит, не зря сюда бежал, что ли? Или это с любого терминала запускается? А, наверное, с любого терминала запускается, просто это ближе. Окей. Ну, в любом случае, бежал сюда не зря. О, кстати, заметочка. Ладно, не буду ее брать. Возьму лучше на 11, чтобы прокачать легче. Так, кстати, да, это обычный терминал. Тут создается элемент, репликатор, тег и... Ты вот серьезно, что ли? Алло, ёптываешь, за ногу. Бесячие собаки, телепорт у меня стырил, овца. Ну иди сюда. Ну отлично, еще и жрабаса зацепил. А, секунду. Так, ой, не то. Показать миссии. Начать миссию. Меня телепортируют на специальную площадку. То есть, окей. Допустим, слушай, я на этом камне ни разу не гонял.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не лагай, пожалуйста. Ну, спасибо, лаги, мать твою, за ногу, просто. Не, с FPS-ами проблем нету. С FPS-ами проблем нету. А, если я не забуду, я вставлю, какие у меня здесь проблемы на Genesis. Здесь просто жуткие прогрузы. И с FPS-ами проблем нету. Сейчас вообще в опциях 90 FPS. Во время вот этого у меня было 20 FPS. 20 FPS! Черт побери, это нормально. Фризы. Это бесячая собака. Так, допустим. Давай сначала просто... Давай сначала просто погорцуем. А, понятно. На мышку я могу делать какой-то этот. Угу, я понял. Пробел, прыжок. На прыжку я... Ой, на прыжку. На мышку я могу какой-то финт делать. На правую мышку, на правую кнопку мыши он тормозит вообще. На шит, понятное дело, ускоряется. Хм. Слушай, он не всегда может что-то выполнить. Ну ладно, как обучение езды на парусе, это, конечно, того стоит. Но... Такое себе, честно. Вернитесь или будете... В смысле, а я куда летел? Да... Да подожди ты, бляха-муха, я ж тут практикуюсь. Ужас просто как. Оп! Слышь, за ногу. Оп! Ну! На присесть, по крайней мере, резкий разворот. Добрый вечер. А чё это я так вниз? Ай, твою мать. Ой, я буст получил. Клёво. Зачем мне он? Game 3 second. 3 second. А мне обязательно их все посещать? А, я ж туплю. Мне ж не обязательно именно их все посещать. Это штука. О, это вот это сейчас была моя тупо жесткая. Really lean into it. Мне ж нужно синие посещать. А где наши лавры? Вот это я, конечно, жестко тупил. Не, как гонка один, ну там вот соревнование, это, конечно, лучше, чем на Генезисе первом. Тим номер один стимуляции. Отлично. Ярко. О, я получаю призы точно так же, но которые не могу переработать. Прикольно, то есть здесь и генезисские призы, и такие призы. Блин, клево. Клево. Единственное, что, как я уже сказал, проблемка именно вот в загрузке. Ну, кстати, а второй раз уже нормально прогружается. Ногами мучиться буду всегда. Ну, посмотрим.
Так, все, сейчас не тупим, сейчас мне просто тупо, если я пройду от точки А, точку Б, и все, и как бы это нормально. Это ж просто ускорение, я забыл. Ну, блин, это намного кайфовее. Вот честно, я могу сказать, вот здесь гонки намного кайфовее, нежели на Генезисе первом. Почему? Не мешается всякое говно, не мешается эти. То есть у тебя вот он коридор, по которому ты четко идешь, и все нормально. Ну, да, заблудиться можно в таких больших пространствах, но это как бы уже дело-то такое, десятое. Дело-то тупости уже. Ну, это намного прикольнее. Это намного прикольнее. Да, это коридорные все дела. Кто-то скажет, что да, ну нафиг, на Генезисе круче. Не. Ну, на первом смысле. Я скажу, не. Не. Нифига. А чуть на правую кнопку мыши я там пожму. Вот это вот, а что это такое? Ай-яй-яй. Непонятная фигня. Ладно. А, надо типа shift отпускать, и тогда получается делать строк. Прыжок. Уху! И получаем это. И буст. Здесь 10% какой-то. Епт! Окей. Полтос максимум. Воу! Нифига себе. Ну, в целом, блин, прикольно. Не, парус это прикольная штука. Главное немножко подразобраться, как управлять, и уже намного легче будет. Ну, альфа будет сложнее. Вторая прогрузка. Да, реально, и прогрузка уже намного лучше становится. Дей на них. Что такое дей на них? Они меня сейчас вставили в ступор. Кто такой дей на них? Дей на них. Так, секунду. Все, вспомнил, помню уже на это. Посмотрел, что как где. Это ж этот, типа рапторы, которые походят такой с перышками, все дела. У них типа надо яйца тырить и все в таком духе. Уф, вспомнил, да. На какой же такой карте? Не на кристалл или на кристалке? Не, вроде не на кристалке, вроде на какой-то другой карте. На кристалке. Ай, черт, не помню. Ну, в общем, да, окей. О, нагадил и пошел. Ладно, сосредоточились. Налево, да налево, давай направо. Да, лучше бы налево пошел, налево я хотя бы цеплял. Ууу! Ну, в общем, здесь бустоваться. Ай, не лагай, пожалуйста, на альфа-то, пожалуйста, не лагай. Собака, ты долбаная, чтоб тебе и собака, и колосса тут. Но тут я уже точно не пройду. У меня что-то прогружаться начало. На бетке главное не прогружалось, на это на альфа стало прогружаться. Ну, это плохо. Воу, воу. Да, конечно, этот шлейф прям очень сильно бесит. Ну а что поделаешь? Блин, что-то я пытаюсь трюк сделать, чтобы остановиться. Что-то не получается нифига.
О, что получилось? Ну, кстати, очень удобно, ты в этом коридоре, даже если в порой тупишь, то все равно попадаешь это куда надо. Тебя стены сами направляют. Ну, по крайней мере, есть такие коридоры, которые там два прям направляют тебя. Хорошо. Ну, я чувствую, сейчас альфу еще буду проходить не раз. Ай, ты не подгони меня. Да, полминуты это вообще прям ни о чем. Ай, 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 врезался, дебил. Да. Ну, поменьше врезаний. И попытка номер два, я думаю, удастся. Надеюсь. Зависла собака, просто все окончательно. А, ну потому что меня сразу же выкидывает в мир. Не, вот это мне не нравится. Вот, пожалуй, с одной стороны, это плюс, что тебя кидают на отдельную локацию, вот это все дела, удобства. А с другой стороны, тебя каждую миссию грузит, как кусок говна, и ты такой, блин, ты серьезно? Это прям очень отвратительно. Она сейчас просто у меня зависла, опять стоит. И так, я просто понимаю, что это у меня каждый раз такое будет. Вот такое каждый раз будет, и он просто ее прогружает каждый раз. Бесячая собака. Кстати, а что там у меня... Ой, иди в жопу. Природные ресурсы восстанавливаются быстрее. Это в смысле... Природные ресурсы восстанавливаются быстрее. А, ну в целом, наверное, на сервер это действует. Ну, типа на сервер, да? Так что ли? Надо побольше вот этих желтеньких ловить, это вот точно могу сказать. Ну или бустоваться еще. Вот так вот, к примеру. У-ху! Текс. Или поменьше бустоваться, пытаться, потому что я это не умею делать, да? Надо... А, я не знаю, что это за правая кнопка, но, короче, надо поменьше ее юзать. Это факт. Ай-яй-яй. Тяжко, тяжко, тяжко. Не, ну, в целом, для первого полета на парусе это нормально. Мое сугубо личное мнение, но я считаю, что для первого полета на парусе это нормально. Но вот застревать так желательно не нужно. Ой! Вот какого хрена это лагает так, а? Чего здесь прогружать? Даже вот не лагает. Нет, 30-40 FPS показывает. Чего здесь прогружать такого? Вот что ты здесь прогружаешь? Здесь вообще, по сути, можно как отдельную локацию это все дело загрузить и все. Здесь прогружать ничего не надо. Нет же, он что-то постоянно пытается загрузить. Кстати, я опять тут в том же самом месте, она мне говорит это ту же самую фразу, ну, грубо говоря. А, ни капли не быстрее я. Тоже как непонятно, как это работает. Ладно, насрать, короче, в жопу все эти трюки. Эти трюки явно кусок говна, потому что у меня с ними ничего не получается.
То же самое. То же самое. Ну, давай еще разочек попробуем. Если не получится, то буду пробовать уже без записи. Ну, типа, камон, уже сколько можно вас мучить. Слушай, может, надо все-таки реально через лево идти? Ну, вот каждый раз через право на альфа иду, и каждый раз уже просрался. Да, это не связано. Ну, а вдруг? Знаешь, начнешь уже и верить в то, что и запах от носков как-то тебя замедляет. Но, блин. Не зря же многие спортсмены очень сильно суеверные, да? У-ху! Так, ну я понял, получается, мы... Когда я жму, то есть когда по прямой, он делает трюк. Когда я поворачиваюсь, через левую кнопку мыши он немножко лучше наклоняется, что ли. Ну, по крайней мере, у меня так совпало несколько раз. Но это не точно. Не, не буду утверждать, но вот сейчас, допустим, он через левую кнопку мыши наклонился лучше. Я очень сосредоточен. Я очень не хочу проходить за кадром. Ну, в смысле, еще попыток 20 делать я очень сильно не хочу. Поэтому я очень сосредоточен. А, черт побери. О, слушай, так я быстрее. Времени почти не осталось. Офигеть. Ну, сейчас я реально быстрее. Вы помните, да, где она до этого кричала-то? То есть я секунд на 5 сейчас быстрее. Епт. Ну, спасибо. Пожалуйста. Ёп твою ж за ногу. Фу. Вот это кайф. Просто слов нету. О, кирку дали фиолетовую, легендарную. Кайф. Вот это спасибо за подгон. У меня там как раз топорик есть металлический. Легендарный, между прочим. Прям вообще супер. Yeah! Отлично. Первые три миссии пройдены. Я бы не сказал, что они такие напряженные. Особенно, как я понял, что они с любого, это, с любого места работают. Это прям вообще кайф. Природные ресурсы восстанавливаются быстрее. И, как я понял, типа... А, вот, на 36 часов они восстанавливаться будут быстрее. Ну, естественно, 36 часов, это 36 часов не серверные, когда они прошли и прошли полторы суток, а 36 часов это то, сколько я буду играть. То есть, по сути, это... Они... У меня они могут длиться и неделю. Вот, скажем так. Ну, по идее, это прикольно. Вот. Но... Что на самом деле это мне даст, это черт его знает. Да! Самое главное, я прошел миссию. Значит, в следующий раз можно будет пробовать притомить Страйдера. Почему пробовать? Потому что я сомневаюсь, что у меня получится с первого раза. Вот, и я вообще, что, вот поставил телепорт туда, на выход. Чтобы я смог телепортироваться туда и проверять, как этот... Ой. В общем, проверять, какие ресурсы сейчас мне дают. Кстати, шестигранники-то я получил уже, получается, за эти миссии? О, кайф, я еще и шестигранники получил. Супер. Кстати...
Серьезно? Давай, давай сюда. Давай, давай сюда. Че мне их? Солить эти шестигранники. Оп. Спасибо, дружище. Тайный мазашот. Ты что? Я тут столько с этой цементной пастой мучаюсь. А у меня ж читерная возможность с этим. Читерная возможность купить цементную пасту и так далее. Кайф! Кстати, если кто не понял, в целом у меня здесь как я хочу сделать. То есть здесь будет главное помещение сверху, там шкафчики и как вариант склад будет. А здесь у меня будет разделено на промзону и не промзону. То есть, как вариант, вот здесь у меня будет стоять тупо дробитель. Вот. Примерно вот так, да, он и займет здесь как бы дофигище места. Ну, к примеру, вот так, да, пока поставлю. И походу я его поставил идеально. Вот сейчас только вылезти бы, и вообще будет идеально. О, вылез. Вот что-то типа того, ну либо с той стороны поставлю. Не, надо немножечко его сдвинуть, чтобы с прохода не мешал. Вот, то есть вот так вот сюда, не знаю, поставлю, допустим, большую печку. Возможно, поставлю сюда генератор. Не, все равно слишком ярко. И вот примерно на это и весь мой расчет. Так, давай, короче, что я хочу? Я вот это прям хочу узнать, сколько будет стоить ее разобрать. Ну-ка, давай, покажи, что я не зря тебя готовил. Неплохо. 1800 металла — это неплохо. Сугубо лично мое мнение, конечно, но я считаю, что это очень даже хорошо. Давай сейчас еще посмотрим, что я в целом здесь получу. Итак, в целом здесь, ну, всякий хлам. Кроме огнемета ядреного, снайперской винтовки, ну и пару тег-вещичек, которые мне явно не нужны будут. Возможно, фазовый пистолет штука хорошая, но что-то я когда им пользовался, он какой-то фигней мне показался. Ну и, соответственно, лук точно так же. Но... Ёб твою ж за ногу, 3200! Вот она, та самая цементная паста, на которую я рассчитывал, когда построил вот эту фигню. Отлично, 7000 металла! Вот это я понимаю, вот это подгончик. Вот это что-то с чем-то. Я очень доволен. Так, это не то, мне нужна была соломка. Я очень доволен тем, что я сейчас здесь получил. Трансфер. Да. Просто тонна ресурсов. Кстати, столько кристаллов я налутал, там просто кристаллический был этот биом, и я там дофига кристаллов налутал. Дофига просто резов. Дофига просто полимер. Прям супер. У меня здесь было чуть-чуть. Наконец-то я могу гесперорнисов не мучить. По-другому это не назовешь, потому что я их просто убиваешь дубиной, давай лупи, дубиной, вот это вот и все. А могу просто состряпать это все дело. Вот это могу состряпать дело, и вот это дело тоже могу состряпать. Кайф! Почему из плюсов скин? Ну, потому что мне лень туда идти, куда-то там, что-то там, вот это вот и все. Не лень. А благодаря вот этому я сейчас могу поставить генератор. Собака такой огромная, как не знаю что. Но поставим где-нибудь... Полу надо разместить. Кстати, вот этот чувак, он добывает ресурс. Какой ты левел? Ах ты ж собака. Подожди, у тебя получается... Вот это он добывает ресурсы. Вот это у него голова, добывающая ресурсы. А вот это у него фазовая пушка. Это самый жесткий по добыче ресурсов, кстати. 36 миссий нужно пройти, и мотогель 23. Да уж, почти максимальный левел. Так, мне сюда нужен...
Элемент. Почти угадал. Ну ёб твою ж за ногу. Элемент. Эсплюсовский генератор. Включить. 17 элементов не хватает. Да ты серьезно? Ну-ка. На 17 элементов хватает? Хватает. Отлично. Я что, еще успею создать генератор? Кайф. Просто элемент очень быстро расходуется. И есть шансы иногда, что просто-напросто не успеешь что-либо сделать, пока этот элемент расходится. Поэтому лучше всего сразу же строить генератор. Так, где? О, тут у меня столько всего. Давай возьмем соточку. И установим генератор. Ну, ты чё? А во. Отлично. Теперь это можно выключить. И все будет, черт побери, работать. Вот это я понимаю. Вот это кайф. Фух, супер просто. Просто офигенно. Вот такие вот, народ, дела. Ладно. На этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. Ну это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.